Всем привет! Сегодня у меня на тесте набор вот таких ракет. Называется 21 век. 5 штук в упаковке. Фирма «Большой праздник». Вот тут видно «Большой праздник». И три раза написано «Круглый год, круглый год, круглый год». Это, я так понимаю, их сайт. Маркировка RC00005. Еще раз повторюсь, называется 21 век. То есть это крутые ракеты. Вот в чем особенность этих ракет. В том, что у этих ракет три разных калибра, то есть самая крайняя ракета под цифрой 100, то есть тут 100 и вот здесь 100, то есть это самый маленький калибр. Потом ракета под цифрой 200, вот ракета под цифрой 200 и вот ракета под цифрой 200, то есть и у них калибр уже побольше. То есть в этом наборе две ракеты под цифрой 100 с самым маленьким калибром и также две ракеты под цифрой 200 уже калибром побольше. И самая большая ракета под цифрой 300. Вот написано ракета 21 век. 21 век. То есть крутые ракеты. Вот это самая главная ракета, самая большая калибр. Ну и самым крутым эффектом. Как видите, у этих ракет красные колпачки, а у этой центральной, которая по центру расположена, самый главный. Тут у нее черный колпачок. Она отличается от остальных. И также у этих ракет такие оранжевые защитные колпачки. Когда вы поджигаете ракету, их надо снимать, и там будет зеленый фитиль. Сейчас с обратной стороны покажу. Вот, с обратной стороны вот так выглядит. То есть, у каждой ракеты есть стабилизатор, деревянная палочка, чтобы они хорошо ровно летели. Вот такая красная пусковая трубка. Она особенно хороша для тех, у кого нет снега. Ну, также хороша для тех, у кого есть снег есть. То есть, неважно, где вы живете, то есть, эта ракета просто втыкается либо в землю, либо в снег, если зима. И у кого вообще есть снег, у нас есть. Вот, значит, ее вставляете, да? И вот также ракету саму вставляете в эту красную трубку. И она хорошо ровно летит. Это же в целях безопасности сделано, чтобы ракета не летела в окна там и еще куда-то. Чтобы она ровно хорошо летела. Вот тут даже нарисовано, то есть одна ракета под цифрой 300, две под цифрой 200, и вот одна под цифрой 100, и там другая еще в кадр не влезла, так сказать. Сейчас зачитаю эффект. Три эффекта получается. Первый белоснежный пион, второй разноцветные букеты, и третий большая ультрамариновая сфера. Но на самом деле, мне кажется, у каждой ракеты свой эффект. Это проверим на тесте. Очень хорошо, что у этих ракет есть вот такая красная трубка, то есть ее можно вставить и, еще раз повторюсь, поставить туда ракету, и она хорошо ровно взлетит и не испортит никому настроение. Сейчас их по очереди будем тестировать. У меня телефон просто расплывается в темноте. Фитиль, дерьмо. Да блин. О, круто. Вот так выглядит ракета 21 век под цифрой 200. Вот. Большой праздник, и три раза написано круглый год, круглый год, круглый год. Инструкция и все то, что я вам уже читал. Стой, стой, погнали. Зажглась. Где-то 21 век под цифрой 300. Погнали. Минутка. Погнали. Ты. Ракета номер 200 и ракета номер 100 сейчас полетят одновременно. Стой, стой, стой. Так. 200 и 100. Это вот так вот. Раз, два, три. 200 и 100 летят.